путь дорожку отправились. Едем на машине до Кана, остановились на французском автобане. Это туалет. Стоим в пробке уже минут 40. И вот так вот в пробке въезжаем в Бургундию, наконец. Давно мы в Бургундии не бывали. Во Франции платные автобаны, и вот из-за этого терминала мы стояли в пробке часа полтора. Много туристов из Германии рванули на юг Франции, видимо. У многих нет автоматической оплаты, приходится платить наличными. И вот такая вот пробка. Завтрак в пути. 800 метров links fahren auf die A7 in Richtung Marseille. Ужинаем в нашем мотеле. Ой. Ой. Merci. Народ чему-то радуется, чего-то ликует. Целый кортеж. Может, свадьба? Ну, не похоже вроде на свадьбу. Может, отпуск начался. Нам уже 150 километров до Кан. Южнее Экс-ан-Прованс находимся. И уже очень и очень тепло. Говорят, море теплое. Только что приехали в Каны, идем за пиццей и видим на Круазет что-то строят. Сначала попробуй, так как в Каннах. Лучший ресторан в Каннах. Арбузик килограмм 15, наверное, да, Лен? Сколько он? Канны, идем с утра на рынок. Везде раскладывают вкусняшки. И снова каннский рынок в особенный день. Сегодня Экадаши под названием Ниджала, то есть нельзя ни есть, ни пить. И он настолько мощный по силе, можно это сделать один раз в году, и тогда не надо 25 раз Экадаши соблюдать. Ну, вернее, как не надо? Можно. Народу мало, прекрасное время ходить по рынку. Ходили какие-то американцы и говорят, это лайфстайль во Франции, то бишь стиль жизни такой, да, базарчик.
Индия в Каннах. Если не мы в Индию, то Индия к нам. У одного из самых люксурьезных отелей в Каннах индийская свадьба. Вернее, свадьба в отеле, а народ часами стоит и ждет, когда кто-нибудь интересный выйдет. В Индии на пальмы лезут, чтобы сорвать кокос, а в Каннах на Лазурном берегу лезут на пальму, чтобы срезать сухие листья. О-о-о! О-о-о! Вот такие огрызки получаются после работы местных садовников. Саша говорит, что он выглядит так после стрижки. Все волосы у него, когда состригают. А этот парусник продается. Припаркован в Каннах, так что кому надо, обращайтесь. Мемориал на набережной в Каннах, на Лазурном побережье, в память о геноциде армян. Армянский сад. Мы влюбились в этот домик. Let me explain. I'm not with you, it will always be the same.
Морской фитнес в городе Каны. Классный спорт. Вот бы мне так в старости заниматься. Стою в воде, поэтому меня качает. Видео шатается, наверное. Okay.